Приступаем к 15-й лекции по книге Иеремии. Сегодня мы начнем с главы 30. Заголовок главы «Господь будет наказывать справедливо». Во-первых, дано обещание, что люди, взятые в плен в Вавилон, вернутся домой. Стихи с 1 по 3. Во-вторых, люди, оставшиеся в Иудее, столкнутся с проблемами, но затем будут спасены. Стихи с 4 по 10. В-третьих, Бог спасет людей, но накажет их справедливо. Стихи 11-15. В-четвертых, Бог поразит тех, кто нападает на верующих. Стихи 16-17. В-пятых, Господь восстановит шатры Иакова. Стихи 18-22. Шестое. Суд Господа и его осознание верующими. Стихи 23-24. Прочтите первые и второй стихи. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Бог говорит Иеремии записывать в книгу все Божьи слова. Стих 3. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». Бог обещал, что люди, которые были взяты в плен в Вавилон, вернутся в землю Ханаан. Люди вернутся в Ханаан, если они несли ярмо Вавилона и были лишены земли. Стих 4. «И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышимы, а не мира». Это 5 стих. «Люди, оставшиеся в Иудее, встретятся с большими трудностями в результате своих грехов. Те, кто остался, переживут великую боль, подобную той, что ощущает женщина в родовых муках». Стих 8. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам». Бог сказал, что Он разрушит ярмо Вавилона. Бог сказал, что какое-то время спустя люди вернутся из Вавилона. Здесь, в 9 стихе, он говорит, что люди будут служить Давиду. Говорится, что будут служить Давиду, царю своему. Это говорится о грядущем пришествии Христа через линию Давида. Это пророчество о том, что люди будут спасены через веру во Христа. Стих 10. «И ты, раб мой Иаков, не бойся, — говорит Господь, — и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его». Бог обещал, что Он спасет израильтян из далекой страны, и что они вернутся из изгнания. Тогда народ обретет мир и безопасность в Ханаане.
Бог даст нам мир и безопасность, когда мы послушны заповедям Божьим. Стих 11. «Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя». Бог будет судить народы, которые взяли в плен Израиля. Израиль не будет полностью уничтожен, но будет сохранен. Бог сказал, что Он будет справедливо наказывать грехи Израиля. У нас не было выбора, кроме как быть уничтоженными навечно в результате наших грехов. Но мы были спасены через крест Иисуса Христа. В книге Иова 5:17 говорится: «Блажен человек, которого вразумляет Бог». Евреям 12, стихи 8-10. Стих 12. «Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока». Бог сказал, что рана израильтян не может быть вылечена в момент наказания. Стих 14. «Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя». «Ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились». Все их союзники убегут, когда Бог начнет наказывать иудеев. Люди предадут их. Не имеет смысла полагаться на людей и зависеть от них. Стих 16. «Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу». Бог помогает тем верующим, которые каются. Господь наблюдает за нами. Стих 17. «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает». Бог исцелит израильтян и восстановит их благополучие. Иов 5, стихи 17-19. Стих 18. «Так говорит Господь, вот, возвращу плен шатров Иакова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему». Бог сказал, что Он восстановит Израиль. Бог благословляет верующих, когда они каются и возвращаются к Нему. Он дает им духовные и вечные благословения. Стих 21. «И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его. Я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь». Это пророчество, что Христос произойдет от Иуды. Мы не можем предстать перед Богом иначе, чем через благодать искупления во Христе. Мы можем предстать перед Богом только через Иисуса Христа. Ефесянам 3:12, Иоанна 14:6, стихи 23 и 24.
Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный. Он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это. Бог воспылал гневом на все народы. Бог уничтожит все народы. Тогда все верующие поймут, что Бог живой, и Он судит мир справедливо. Мы продолжим еще раз. Тогда все верующие поймут, что Бог живой, и Он судит мир справедливо. А мы продолжим лекцию по главе 31. Название главы – «Установка дорожных знаков». Во-первых, Господь изливает обильную благодать на израильтян. Стихи с 1 по 9. Во-вторых, люди будут радоваться искуплению Иакова. Стихи 10-14. В-третьих, оплакивание пленения и Божье спасение. Стихи 15-20. В-четвертых, Христос творит все новое. Стихи 21-30. В-пятых, Господь Бог даст Новый Завет. Стихи с 31 по 37. Шестое. Иерусалим будет восстановлен. Стихи с 38 по 40. Прочитайте стих 1. «В то время, — говорит Господь, — я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом». Бог сказал, что Он будет Богом всех племен Израиля. Бог благословляет семьи. Господь Бог придет и пребудет с семьями, как Эммануил. Стих 2. «Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля». Те, кто уцелеет от меча, это те, кто убежал от войны. Бог даст Израилю покой. Стих 3. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». «Издали» относится к тому времени, когда Бог вывел израильтян из Египта. Это показывает, как Бог вывел израильтян из Египта. Он излил на людей свою вечную любовь и благоволение. Бог неизменно любил Израиль. Стих 4. «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». Бог сказал, что Он восстановит Израиль. Он встретит их с радостью. И тогда израильтяне будут танцевать с радостью и предстанут перед Богом. Стих 5. «Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими». Стих 6. «Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: «Вставайте и взойдем на Сион, Господу Богу нашему». Самария и Ефрем означают Северный Израиль. Народы Южной Иудеи и Северного Израиля – все возвратятся.
Это означает, что во времена Нового Завета огромное число людей обратятся к Богу и спасутся. Стих 7. «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте перед главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Все народы будут славить Бога, главу всех народов, когда Израиль будет восстановлен. Бог – глава всех стран. Бог приведет Израиль в северную землю из плена. Они будут возвращаться, восклицая и благодаря Бога. Они будут плакать от благодарности. Стих 10. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Бог рассеял Израиль, когда народ согрешил, но Бог и позволил им возвратиться, когда они покаялись. Бог приведет их обратно. Он соберет их на родной земле. Бог вел Израиль подобно тому, как пастух ведет свое стадо. Он дает им пищу. Он дает им настоящее благословение. Как хорошо напоенный сад, Бог духовно благословляет Израиль. Это означает, что больше не будет печали, но будет радость. Стих 15. «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Рама находится около Вифлеема, около могилы Рахиль. Когда Иуда был захвачен в плен вавилонской армией, пленники были собраны в раме. Этот стих указывает на то, что пленение Израиля печально, как плач Рахили о детях своих. Это поэтическое выражение. Это пророчество было исполнено в Вифлееме во время рождения Иисуса, когда по приказу Ирода были убиты многие дети. От Матфея 2:18, а точнее от Матфея 2:16-18 стихи. Мы читаем 16 стих. «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Мы прочли Еремия 31:16. Силой Божьего могущества израильтяне будут возвращены домой. Бог утешил их и сказал им не плакать. Стих 18. «Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой». Это означает, что Израиль покается и вернется к Богу. Ефрем относится к северному Израилю. Это значит, что весь Израиль от севера до Иудеи на юге покается. Стих 20. «Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя?
ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, говорит Господь. Бог наказал Ефрема, потому что он был любимым сыном Божьим. Евреям 12, стихи 5 и 6. Бог наказывает своих любимых детей. Бог любит своих детей и сострадает им. Стих 21. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся, все города твои. Он говорит, поставь себе путевые знаки на путь, по которому идешь. Это указатели. Это означает установить дорожные знаки так, чтобы люди могли спокойно вернуться в Ханаан из вавилонского плена. Это путь к спасению. Это путь к благословениям. Иоанна 14, стих 6. Говорится, обратите внимание на главную дорогу, путь, который вы выбираете. Говорится, возвратитесь. Это означает идти по пути веры, по пути истины. Идите путем веры, идите путем истины. 6 глава, 16 стих. Мы должны идти по проверенной дороге, по правильному пути. Стих 22. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Здесь говорится, что жена спасет мужа. Это символизирует Деву Марию, держащую на руках Иисуса Христа после его рождения. Стих 23. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, впредь, когда я возвращу пленных, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово, да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. Бог вернет иудеев обратно из плена. Иудея будет восстановлена и станет прекрасной. Стих 25. «Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую». Бог поддержит утомленного. Бог встретится с нами, когда мы обратимся к Нему всем своим сердцем. 29 глава, 13 стих. Стих 27. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота». Бог искоренил и покинул Израиль, когда они согрешили в прошлом. Псалом 120, стих 4. Стихи 29-30. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Существует поговорка «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Это означает, что дети несут наказание за грехи своих отцов. Однако такое больше никогда не повторится. Каждый понесет наказание за свои собственные грехи. Стих 31. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет.
Новый Завет – это завет спасения через искупление во Христе и веру в Него. Ветхий Завет – это законы. Законы Ветхого Завета были даны через Моисея. Ветхий Завет был слаб. Законы не могли сделать израильтян совершенными. Римлянам 8:3, Евреям 7:18. Таким образом, Бог дал своему народу Новый Завет. Римлянам 8, стихи с 1 по 4. Новый Завет – это завет через искупление Христа. Новый Завет позволяет человеку заново родиться через истину и духовное вдохновение. Новый Завет – это прощение грехов через веру во Христа. Таким образом, верующие становятся детьми Божьими и народом Божьим. В стихе 34 Бог говорит, что Он простит народ за их нечестие. Бог больше не будет помнить их грехи. Стих 35. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Стих 36. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Бог установил естественные законы и порядок. Они остаются неизменными. Таким же образом, Новый Завет никогда не изменится. Бог исполнит его. Стих 38. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных». Израильтяне возвратятся из Вавилона и восстановят Иерусалим. Башня Анамиила расположена в восточном углу стены Иерусалима. Неемия 3:1, Захария 14:10. Захария 14:10. Угловые ворота – это западный угол. Угловые ворота – это западный угол. А здесь сказано «ворота угольные». Четвертое Царств 14:13, а также вторая Паралипоменон 26:9. Читаем 39 стих. И землемерная верфь пройдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гуав. Иерусалим будет измерен для реконструкции. Стих 40. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку будет святынею Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Иерусалим будет святым для Господа. Они будут строить Царство Божье. В дальнейшем они будут строить новый Иерусалим. Бог строит вечное Царство Небесное. Таким же образом, Израиль вернется в Иерусалим и восстановит город. Мы продолжим лекцию по 32 главе. Заголовок главы «Иеремия, заточенный во дворе». Во-первых, Иеремия заключен во дворе. Стихи с 1 по 5. Во-вторых,
Бог учит через документы. Стихи с 6 по 15. Третье. Ходатайственная молитва Иеремии. Стихи с 16 по 25. В-четвертых, Израиль и Иуда разрушены в результате их грехов. Стихи с 26 по 35. В-пятых, пророчество о том, что Израиль будет восстановлен. Стихи 36-44. Прочтите стих 1. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии, царя Иудейского, этот год был 18-м годом Навуходоносора. Это история о том, что произошло во время 10-го года Сидекии, царя Иудейского. В то время Вавилонское войско осадило Иерусалим. Иеремия был заключен во дворе царского дворца. Он был заключен в тюрьму. Стих 3. Сидекия, царь иудейский, заключил его туда, сказав: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь? Так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его». Иеремия пророчествовал. Бог сказал, что город передается под контроль Вавилона. Царь Сидекия не смог убежать. Сидекию пленят и уведут в Вавилон. Иеремия был помещен в тюрьму и столкнулся с трудностями за проповедь Слова Божьего. 20 глава 2 стих, 37 глава 11 стих, 38 глава 6 стих, 40 глава 1 стих. Стих 6. И сказал Иеремия: «Таково было ко мне слово Господне». Бог сказал Иеремии: «Анамиил, сын Салума, дядя твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе». Тогда Бог повелел Иеремии купить поле. Иудея вскоре будет разрушена, а Иеремия находится в тюрьме. Однако Иеремия послушался Божьего повеления и приобрел поле своего двоюродного брата. Это было пророчество о том, что города и земли Иудеи будут восстановлены, и люди будут продолжать вести торговлю друг с другом. Иудея будет восстановлена, и торговля будет продолжаться вестись. Стих 8. «И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследия твое и право выкупа твое, купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне». Бог сказал Иеремии купить поле у двоюродного брата. В стихе 9 Иеремия покупает землю за 17 шеклей серебра. Сиклей серебра. Стих 15. «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей».
Бог сказал Иеремии запечатать купчую в присутствии свидетелей. Тогда купчую хранили в глиняных кувшинах. И это пророчествует о том, что Израиль будет восстановлен, и люди будут покупать и продавать друг другу дома и землю. Стих 16. «И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу». 17 стих. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю, великую силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». То, что Иеремия сохранил запечатанную купчую, указывает на то, что в далеком будущем Иуда будет восстановлен. Иеремия молился молитвой прошения к Богу. Иеремия скорбел, думая о будущем захвате Иерусалима Вавилоном. Стих 18. «Ты являешь милость тысячам из-за беззакония отцов, воздаешь в недра детям их после них. Боже великий и сильный, которому имя Господь Саваоф». Бог изливает свою благодать на многих людей. Здесь говорится, что Бог воздает наказание за грехи отцов в недра их детям после них. Исход 20, стих 5. Это означает, что последствия греха продолжают сказываться на третьем и четвертом последующем поколении. Дети также следуют примеру своих отцов в грехах, и, следовательно, они тоже будут наказаны. Стих 19. «Великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его». Божьи глаза видят пути людей, и Он воздает каждому в соответствии с его поступками. Стих 20. «Который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня, и в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день». Бог спас израильтян и вывел их из Египта с помощью чудес и знамений, совершенных могуществом Его силы. Он позволил им поселиться в Ханаане. В стихе 22 Бог дал им землю, текущую молоком и медом. Тем не менее, в 23 стихе израильтяне не послушали Божьего голоса. Поэтому Бог навел бедствие на них. И теперь Вавилон вторгся, Иуда будет уничтожен. Стихи 26-27. «И было слово Господне к Иеремии: вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Наш Бог – Бог всего человечества. Он не только Бог Иуды, но Бог всех народов. Двадцать восьмой стих. «Посему так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его». В прошлом иудеи служили идолам, поэтому Бог намеревался привести вавилонян, чтобы сжечь Иерусалим.
Это было потому, что Иуда делал зло и провоцировал Бога на гнев. Тридцать третий стих. «Они обратились ко мне спиною, а не лицом, и когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление». Народ Иуды отвернул лицо от Бога. Он повернулся к Богу спиной и обратил сердце к миру. Бог учил их снова и снова, но люди не слушали. Они служили идолам. 36 стих. «И однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев. Об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом, и моровою язвою». За это Бог послал меч, голод и моровую язву в Израиль. Тем не менее, в стихе 37 Бог сказал, что Он вернет их обратно, если они раскаются и встанут на верный путь. Стих 39. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Одно сердце – это сердце вновь рожденного духа. Здесь сказано, дам им одно сердце и один путь. Так вот, одно сердце – это сердце новорожденного духа, духа, рожденного заново. Это Бог, спасающий избранных верующих через Иисуса Христа, чтобы они могли быть рождены свыше и спасены. А один путь – это истина Христа. Наш вновь рожденный дух должен получить Божью истину и идти по пути истины. Вот тогда мы можем получить благословение. Стих 40. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Бог не покинет верующих». Он хочет благословить их. Бог заключил с ними вечный завет. Бог спасает людей через неизменный завет с Иисусом. И поэтому мы должны почитать Бога. Стих 41. «И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей». Бог насадит людей в Ханаане и защитит их. Бог сказал, что Он никогда снова не выселит их из Ханаана. Это означает, что они получат полное спасение от Бога. Бог позволил людям сохранить обещанную землю, если они вернутся к Богу и покаются. В таком случае Бог увеличит их численность. Стих 42. «Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них». Бог сказал, что Он будет благословлять народ вместо того, чтобы наводить бедствие на них. Бог благословит их, если они покаются и обратятся к Нему. Бог даст им великие благословения, мир и покой. Стих 43. «И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня, без людей и без скота, она отдана в руки халдеям». Бог вернет иудеев из вавилонского плена.
Таким образом, они будут снова покупать землю в Иудее. Это означает, что Бог восстановит их. 44 стих. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо возвращу пленных, говорит Господь. В 44 стихе говорится, что иудеи будут покупать землю и ставить подписи и печати. Это также означает, что избранные верующие будут спасены через Христа. Это пророчество о том, что верующие во времена Нового Завета будут спасены через Иисуса Христа. Израильтяне будут освобождены из вавилонского плена, вернутся в Ханаан и будут успешно процветать. Верующие люди благословлены Христом в настоящее время, а также нас ждут вечные небеса. На этом мы завершаем 15-ю лекцию по книге пророка Иеремии. Спасибо.